Дорогие мои друзья, прогулка наша продолжается, но теперь уже не в лесу, а вот мы идем в запрудную часть, так как там на месте мебельной фабрики я услышала, что, ну, в общем-то, что-то организовали, по-моему, светофор, магазин, ну, и там типа пекарня, что-то такое должна расположиться. Может быть, еще не открыли. Может быть, это все еще в процессе. Ну, вот сейчас сходим, посмотрим. Ну, и, естественно, не забываем про похудение. Я здесь, как правило, стараюсь пробежаться по лестницам несколько раз, дорогие мои друзья. Что я, в принципе, сейчас, наверное, и сделаю. Пока нет народа. Сегодня воскресенье, выходной, поэтому здесь... народа мало, ну, в принципе, сейчас мало и будние дни народа здесь. Дорогие мои друзья, свершилось. Я, конечно, дыхание у меня неровное, потому что, ну, нелегко в моем возрасте по ступенькам пробежаться вот так вот. Дорогие мои друзья, посмотрите, что я увидела, какая картина передо мной открылась. Пустота. Здесь стоял спортзал, я вам его показывала, он был в разрушенном состоянии, но не вполне разрушенный. То есть его, я считаю, что можно было восстановить. Ну вот власти так решили, видимо, какую-то опасность оно, это здание представляло. Может быть, молодежь там лазила по заброшенкам, не знаю. Но дело в том, что это историческое здание. Возможно, ему 300 лет, и строили его демидовские рабочие. Друзья мои, я узнаю историю и обязательно об этом вам расскажу. Вот как раз-таки на этом месте при мне это был стадион. До стадиона заброшенное место, просто, ну, как бы пустырь. Вот, ну, еще вот на противоположной стороне бассейна там стояли постройки. И я помню еще старую плотину. Но не ту, что была, конечно, при Демидове построена, а ту, что была, ну, наверное, я так думаю, что в послевоенное время построена. Она была деревянная плотина, чуть подальше, в ту сторону, ближе к мебельной фабрике. Вот, дорогие мои друзья. Ну и вот я хочу сказать, что здесь раньше, в 800-х, 700-х годах, ну, я, конечно, извините меня вот за такое незнание, но вот тут стоял Демидовский завод, железоплавильный, и, по-моему, это мои предположения, что вот этот наш спортзал, который снесли, я вставлю кадры сюда, этого здания. Вот, вы, наверное, вспомните, кто меня смотрит, кому нравится меня смотреть, дорогие мои друзья. И, в общем-то, это, я так думаю, что один из цехов Демидовского завода, дорогие мои, железоделательного завода, дорогие мои друзья. Жалко, конечно, жалко расставаться со старыми зданиями. Я считаю, что их надо сохранять. Не знаю, мне кажется, сносить это проще простого. А вот отреставрировать, построить, вот это да, это сложно. Вот, дорогие мои друзья, это лестница, по которой мы спускались в спортзал. Ну, вот, к сожалению, она теперь в таком состоянии. Ну, вроде бы что-то там, там отремонтировали. Отремонтировали лестницы, эти ступенечки.
А вот эта скала, по которой мы забирались, когда шли из школы, прям в формах. И мы и туда ходили. Там вот находилась пекарня подальше, потом ее закрыли, когда мы учились еще в начальных классах, где-то классе в пятом, мы, наверное, там, ну, как и теперешние дети такие. Раньше мы любили бегать по заброшенкам, тогда только это не называлось заброшенки, и по стройкам тоже, когда строились пятиэтажные дома, и, соответственно, по стройкам мы этим, мы, ну, как бы, очень любили ползать. Были, конечно, и трагические случаи, но не без этого. Вообще, честно говоря, не мешало бы туда спуститься мне, как блогеру. И, ну, вообще, высота-то, конечно, мы раньше в молодости, я помню, в детстве, когда из школы шли, особенно когда зима это была, так мы отсюда катались на попе, прям туда вниз скатывались. Обходить нам и по лестнице идти было неинтересно. Дорогие друзья, хотелось бы посмотреть кирпичи. Что за кирпичи? Видите, вот они остались, кирпичи. Хотя, возможно, нет, вот кирпичи на протяжении всего спортзала, значит, ну вот эти вот стены. Они, наверное, старые, было бы интересно. Кстати говоря, я сюда приложу рисунок. Фамилию я забыла, к сожалению. Какая же я, извините за выражение, бестолковая. В общем, все забываю, но можно списать на мой возраст. Все-таки это уже все дело идет к старости. Я извиняюсь. Вот. Я приложу сюда рисунок местного художника, который как раз-таки нарисовал, это была гравюра, графика или что-то в этом роде, именно вот расположение этого завода или вот цеха. Вот здесь на этом месте была плотина, очень даже красиво устроенная, и там указан был мастер, который выкладывал эту, ну, устроил эту плотину. Дорогие мои друзья, я все это выложу, я все это покажу и расскажу вам позже. Вот собачки поругались между собой. Вот посмотрите, то есть фабрика пока еще в таком вот состоянии, в разрушенном, но привезли уже вот сюда кирпич, дорогие мои друзья, и будут все-таки ее реконструировать и делать, вот как я вам сказала, светофор-магазин и пекарню. Ну что, отлично. Отлично. Вон уже крышу там, видимо, постелили. Перестелили. Отремонтировали. Здание это хорошее. Вот эти вот кирпичи, это же тоже, наверное, старая постройка. Дореволюционная, я так думаю. Надо историю, надо покопать. Тут истории-то. Друзья мои, а это старая добрая колонка. Вот, посмотрите. Не знаю, работает она или нет. Наверное, скорее всего, не работает, потому что здесь сухо. Но я проверять не буду. У меня и так руки замерзли. Да еще вот эту железяку трогать. Ой, какой же он убогий, этот мост. Ну, хоть доски отремонтировали, и то хорошо. Вот здесь вот были дыры такие страшные. Ходить было очень страшно. Ну, сейчас, слава богу. Так мы еще с мамой зимой сюда приперлись. Ой, мама дорогая. Все равно страшно. Вот здесь раньше стаи мальков прям видно было. Вот немножко она разлилась, река. Это речка Утка. Туда вдалеке вон пещера.
А это речка Утка, которая впадает в Часовую, а Часовая впадает в Каму, а Кама, как известно, впадает в Каспийское море. Я одно и то же все время. Но других пока изменений нет. Речка как впадала в Часовую, так она и впадает. Но посмотрите, все-таки здесь хотя бы пошире, ну и то слава богу. И вот мы сюда приезжали раньше стирать сюда ковры, половики. И здесь и накупаемся с детьми летом. И вот здесь вот на этих перилах все у нас высыхало. Куртки, старое там пальто у мамы, которые были. Мама, иди аккуратно, ладно, тут дырки. Я, конечно, маму вожу по таким местам. Мы с ней как две экстремалки. Это хорошо, еще я не спустилась с той лестницы на стадион. Красиво. Журчит. Вот здесь вот была вода, сейчас, видите, островок образовался, была вода. Вот так вот она и зарастет. Вот что обидно-то, вот что жалко. А здесь пожизненно сюда приезжали на мотоциклах и на машинах, мыли свои мотоциклы и машины. А местные люди всегда ругались. Потому что люди вон туда вниз по течению купались, а эти здесь мыли машины. Ну, в общем-то, не гигиенично, некрасиво. А мы сейчас вот пройдем вот так через завод. Там есть сейчас можно пройти. Ну и раньше было можно пройти, просто надо было обходить далеко. А мы сейчас пройдем через очистные сооружения. Ну, понюхаем немножечко, чем воняет. Воняет там, конечно. Ой, галка, галка, галка. Вон она летит, галка. Полетела. Можно здесь приближать, можно уменьшать. Ну, посмотрите, какая красота. Ой, это не галка, это сорока. Господи. Мам, аккуратно. Посмотрите, какой спуск. Вот такой. Мы экстремалы. Давай руку. А вот посмотрите, видите, мох на камнях. Вот сколько лет этому камню. Очень много. Миллионы. Тут уж даже не тысячи, а миллионы лет. Сколько ж народа повидали эти камни, эти скалы. И вот, кстати говоря, вот эта вот пещера, я вам рассказывала, показывала, и даже мы подходили к ней близко однажды. Ссылочку оставлю под видео, дорогие мои друзья, вы, кому интересно, можете зайти посмотреть. Туда внутрь я не заходила, потому что я говорила, что у меня фобия, я боюсь замкнутых пространств. Но не особо, чтобы, ну вот таких, как пещера, ужас, на меня навевает ужас. Дорогие мои друзья, у меня нос хлюпает. Я, конечно, извиняюсь дико. Вот. И вот эта пещера, она, в общем, я вам рассказала историю, что там археологи решили, она была очень длинная, и выходила она в селе Слобода под церковью, потому что церковь стоит на скалах на берегу реки Часовой. Вот. И якобы выход был там. Но когда археологи начали ее исследовать, эту пещеру, то произошел завал, и, в общем-то, они там погибли, и вход остался, ну, получился теперь маленький. Дорогие мои друзья, там какие-то мужчины идут. Я сейчас отключусь. А получается, что там даже два грота, один чуть поменьше, другой, ну, один у входа, другой там нужно наклониться, пройти. Он больше, но вот я не знаю, насколько это так, я там не была.
Я, конечно же, в первом, ну, при входе заходила туда, там жутко сыро, я боюсь этих летучих мышей, поэтому, ой, нет. Это не мое, дорогие мои друзья. Вот, и теперь, значит, миф этой легенды развеяли. А вот та же Галина Шерсобитова, ее мама здесь выросла, она рассказывает, что было все не так. Рассказывала Царство Небесное, конечно. Оказывается, вход, вернее, проход этот взорвал Колчак. Когда он отбивался от Красной Армии в боях. Вот. И выход из этой пещеры был... Поселок есть такой, Прогресс, там тоже шикарная природа, дорогие мои друзья. И вот там есть тоже скалы, там протекает река Часовая, есть скалы. Ой, ну там такая красота, вообще просто глаз не оторвать. Дорогие мои друзья, и вот был выход именно там. Ну, видите, как вот теперь. Но там, правда, я не знаю, я не обследовала те места, я видела только издалека. Ох, вот по таким приходится. Мы раньше сюда бегали купаться, ну вот на эту речку. Но вот такого я не видела, чтобы вот такое вот, такие заросли были. И, дорогие мои друзья, выше головы вот так вот репей рос, репейник. И чтобы трава выше, ну, не было такого. Ну, видимо, народу меньше стало, меньше людей стало здесь ходить, и поэтому все начало зарастать. А елочки, так это вообще просто сосенки. Вот посмотрите, скоро здесь лес будет. Не было раньше такого. Просто были типа газончиков. А вот там было лесничество. Сейчас, похоже, его нет, поэтому лес такой безобразный. Никто не следит за лесом. Не знаю, наверное, нет лесничества. А если есть, то его упразднили, наверное, скорее всего. А даже мы, школьники, ездили, помогали этому лесничеству сажать лес. Я вам рассказывала уже на эту вот Чесноковую гору. Мы сажали кедры туда, ездили. Друзья мои, мы идем на территорию Очистны. Сделали вот такую вот здесь дырку местные жители. И проходит спокойно. И мы сейчас пойдем. Дорогие мои друзья, вот где-то здесь, в этом месте, стояла пекарня. Теперь ее, ну, уже ее давно нет, конечно. Ой. Мне что-то в ботинок попалось. Вот мы идем через территорию завода. Раньше это был завод. Все огорожено было сейчас. Вот видите, как можно пройти здесь. Я, конечно, очень удивлена, но что сделаешь? Времена меняются. Меняются и нравы. Дорогие мои друзья, вот видите. Фу. Ну, тут потому что спуски, подъемы. Люди местные уже привыкли, но мне тоже надо учиться. Ну, что это такое? Ходить по ровной местности может каждый дурак. А... И вот это вот было. Что-то я уже как-то... Не помню. И мы ходили на эту не мебельную, а эту пекарню, на эту пекарню, где пекли хлеб. Там оставалось еще оборудование. Вот мы любили там полазить. Нет, это уже новое здание из железобетонных плит. А то было из кирпича, по-моему. Ну, могу ошибаться. Ну, что это было в 5-м классе. Где-то мы там ползали. Вот. И, друзья мои... Вот, видите, вот территория завода. Мы, дорогие мои друзья, из школы очень много часов добирались до дома. Нас уже родители порой разыскивали. Ну, вот мы вот так вот гуляли по заброшенкам, на пещеру ходили. Бывало, даже там уроки сделаем на этой пещере. Потому что мы не поодиночке ходили, мы ходили всем классом практически. Там за исключением нескольких человек. А так мы всей гурьбой ходили, лазили везде. Зато есть что вспомнить. Жалко, что много моих одноклассников уже ушло из жизни. Вот, посмотрите, это что такое? Это что за здание, мам, не помнишь? Стой.
Бункер какой-то. А, здесь, наверное, ремонтировали машины, что ли. Не знаю. Это ужас. Там люди идут. Ой, в прошлом году. Ну вот, видите, как тут. Вход, лестница была. На второй этаж. Тут что-то было. В общем, это что-то от завода. Территория завода, поэтому от завода что-то здесь было. О, это же, наверное, был гараж. А здесь, наверное, был этот их, как его называют-то, контора. Я так думаю, не знаю, на самом деле, как это было. Друзья мои, это вот то, о чем я вам говорила, что на рябине нет ягод, как ни странно, вот такие вот красные листья на рябине, а ягод нет в этом году. Ну, нет ягод, вот хоть тресни, нет этих ягод и все. Почему? С чем это связано? Я вообще первый раз с этим сталкиваюсь. Где эти ягоды? Все, дорогие мои друзья, я закругляюсь. Болтать можно много и долго. Это я люблю. Но пора и честь знать, дорогие мои друзья. Вот по такой дороге мы возвращаемся домой. Сквозь завод. Посмотрите. Буи, реки, раки. Руки, ноги, береги называется это. Все, попрощаюсь с вами до следующего видео. Всем здоровья и добра. Пока-пока, мои дорогие.